здесь для того, чтобы поддержать тех людей, у которых случилось в семье горе. Желаем скорейшего восстановления, выздоровления пострадавшим. Здесь присутствуют члены студенческого совета Тюменской области и активисты, неравнодушные студенты. Выражаем свои соболезнования близким, родным, и тех, которые пострадали от этого случая. И мы говорим, что мы всегда с вами. Это очень сложно, и на их месте мог быть каждый. В первую очередь мы все люди, и это наша общая скорбь. Сердце разрывается сейчас у многих россиян, у многих тюменцев просто уже второй день. Многие тюменцы просто приходят скорбить сюда, на центральную площадь, отдавать какую-то свою память, потому что это очень большая боль для всей нашей страны.